Всем привет, с вами снова Лакмус, я продолжаю играть в Террарию. В предыдущем эпизоде мы замочили наконец-то стену плоти, перешли в хардмод, и сегодня я отправлюсь вновь в искажение, а вновь мы будем бить демонические алтари. Я понимаю, что, возможно, смотреть на это не так интересно, как убийство боссов, но это необходимо сделать. И вне записи идти туда, конечно же, не стоит, потому что все-таки хардмодные боссы, монстры посильнее, как вы знаете. А персонаж, как бы это банально не звучало, но по-прежнему у нас хардкорный. Наша Марта показала себя очень неплохо. Мне надо было сразу выбрать имя для первого нашего персонажа хардкорного, и сейчас мы бы уже продвинулись значительно дальше, возможно. Они топтались на одном месте. Я осознаю, что это происходит, но значительно ускорить не получится, иначе нашего персонажа постигнет печальная судьба двух предыдущих хардкорных персонажей. Поэтому с чувством, с толком, с расстановкой будем продвигаться. А именно сейчас наша задача нафармить побольше различной руды. И готовиться к убийству первого хардмодного босса. Возможно, я наведаюсь также в джунгли, потому что травяного меча у нас теперь нет. Нам необходимо его скрафтить, если мы хотим заполучить грань ночи. Так, единорог. Сволочь, больно бьет. Очень больно бьет. Ничего интересного с него не выпало. Как он здесь оказался? А, ну мы дошли до святой земли. До освященной земли, правильнее, наверное, все же. Или... Не знаю, как правильно, короче. Нам нужно снова нырять вниз. И снова приступать к уничтожению алтарей. Ждем призрака. Торопиться не будем. Что-то они стали появляться по два. Я не помню, было такое раньше или нет. Я вообще ничего практически не помню, на самом деле. Кобальт появился снова. Ну... Второй где? Я же знаю, что их два. Второй задерживается. Ну и ладно. Сторон хотели меня одолеть, да, сволочи? Ничего у вас не получится. Даже медузы какие жирные. Сволочь такая.
блоков атакует. Второй. Где второй? Ладно, не будем слишком сильно тупить. Здесь это последний алтарь. Возможно, конечно, есть и ниже. Наверняка есть. Но мы чуть позже туда наведаемся. Здесь вот еще я видел алтари. Так. Здесь нам будет сложнее биться с призраками, поэтому надо выйти на более открытое место. Там еще один внизу. Что-то тусуется. Готов. И червячок. Какой жирный. Готов. И... не выпало с него проклятое пламя, к сожалению. Но там я вижу джунгли. Суваться в джунгли я не хочу пока что. Я думаю, нам стоит углубиться вот сюда. Место выходим. Более открытое. Так, вот он. Сволочь. Готов. Кроме геля ни хрена ничего интересного не выпало. Последний здесь алтарь, кстати говоря. Зря я не бафнулся. Чуть позже, когда мы приступим к сбору руды. Сволочь опять снизу. Так. А с вами я вот так вот поступлю. Тоже будут переть оттуда бесконечно. Давайте выбираемся на свежий воздух. Бафнемся. Так, ну здесь я вижу только медь. Старую добрую медь. Сундучок, но обычный, не золотой. Хотя вон там и золотой.
Я думаю, стоит туда наведаться, потому что у нас по-прежнему нет зеркала. Это, конечно, не кобальт и даже не нефрил, но... тоже полезные вещи. Что же вы парами нападаете-то, сволочи? Забираем. А, это мимик, ёперный театр. Лечимся, потому что он сволочь. Очень больно бьет. Фу, блин, чуть не сдох. Но зато мы заполучили магический кинжал. Так, здесь ничего интересного нет. Видимо, все самое интересное залегает поглубже. Но я все-таки хотел бы выйти на поверхность. Хотя, в принципе, можно и здесь покопать. Мимики для нас опасны, оказывается. Весьма. Проклятое пламя выпало, но оно в таком труднодоступном месте, оказывается. Придется снова копать. Снова эта сволочь подкрадывается. Парами нападают, падла. Да они вообще, по-моему, не прекращаются. Призовой мешочек еще один мы получили. Хоть это радует. Можно, в принципе, его вскрыть. Два даже мешочка нет, подождем. Чтобы не захламлять инвентарь. Что же вы изо всех дыр-то претесь? Так, и тыква. Боевая тыква, как я понимаю. 175 здоровья. Ничего интересного с нее не упало. Поднимаемся наверх. Звездочка очень кстати. И очередная дырка.
Не буду я с ними воевать. Спускаемся вниз. Аккуратненько. А здесь тупичок. И твари эти сейчас будут переть со всех дыр. У меня кончились бафы, как всегда. Чего я раньше не купил сапоги? Очень полезная вещь. Так, как бы вот это не мимик был сейчас. Вот что меня беспокоит. Проверить. Нет, это не мимик, это обычный сундучок. Скорее всего, я его уже осматривал. Да. Здесь ничего интересного нет. Нам надо вниз. Червячок снова. Отлично. Просто отлично. Мы попадаем в джунгли. Он дамажит просто зверски. Так, ну эти обычные. Так, это что за хрень? Черепаха какая-то. Паучок. Это, конечно, любопытно, но боюсь, что нас ждет там быстрая смерть. Разве что вот с этой черепахой повоевать. Давайте покопаем. Так сделаем, чтобы нас не достали. Паучок не сильно жирный. А вот шершень. Тоже, в общем, ничего особенного. Если не застрелит, конечно, меня из подлого угла какого-нибудь. Готов. Здесь все как обычно пока что. Черепаха куда-то убежала. Давайте попробуем ее догнать. Ладно. Гигантская черепаха переводится. Нам пришла Party Girl. Что это за хрень? Я вообще хотел бы, чтобы пришел какой-нибудь полезный персонаж. Да, с черепахи никакого толку. Возвращаемся в искажение. Вот,
Алтарь еще один мы не разрушили. Да и, кстати говоря, вот здесь вот тоже не были. Но здесь снова джунгли. Да. Это мы возвращаемся. Нам туда не надо пока что. Крадется сволочь. Снизу что ли? Мы можем, по крайней мере, держать их на расстоянии. И уже я ощущаю дичайшую потребность в больших лечилках. Даже с учетом того, что у нас маловато здоровья. Я вижу кобальт. Но не будем терять голову. Здесь по-прежнему опасно. Ой, это что за хрень? Арапайма. Какая-то двусторонняя рыба. Так, кобальт обязательно добудем. Я вижу, по-моему, это адамантин. Если, конечно, не какая-нибудь альтернативная руда, давайте сразу посмотрим. Нет, это... Орехалк, про которую я уже так читал, но не знаю, что это. Тоже добудем, естественно. Вообще говоря, грань ночи мы могли бы уже скрафтить. Я не знаю, что я туплю. Единственное, что нам не хватает, это травяного меча. Не хочется мне фармить снова джунгли. Но, видимо, придется. Как внезапно напал. Почти все здоровье отнимает каждый раз. Смотрим карту. Здесь нам делать больше нечего. Искажения. Ай-яй-яй, чуть было не упал. Искажение поднимается у нас вверх и влево, как я понимаю. Снова червячок. Ну давай, бафнемся. Не сильно помогает. Я вижу еще один алтарь.
Так, а вот еще новая хрень. Тоже надо бы ее завалить. Жирный, падла. Зажимают. Голодный траппер, 300 здоровья. Это немало. Ну давай, подставься. Блин, проще мечом, мне кажется. Давай, давай, давай. Готов. Ничего интересного с него вроде и не упало. Так, ну я хотел наведаться вот сюда. По-моему. Это у нас что? Снова орехалк. Тоже добудем, естественно. Я вижу сферу, дамы и господа. Возможно, даже я успею ее разбить. Тварь, по-моему, бесполезная. Продвигаемся влево. Это простой червяк, бесполезный и не страшный уже. Просто меня захватить врасплох. Такому, как ты. Так, у нас осталась еще одна бомба. Давайте ее используем. Я вижу снова кобальт, по-моему. Прям хоть не уходи из пещеры. Снова теневая сфера. Придется прокопать влево ради кобальта. Еще одного алтаря. Время эпизода закончилось, но я, пожалуй, завершу здесь наши дела.
атмосфера. Сколько же здесь? А я по наивности своей думал, что все сферы завалил. Ждем призрака. Кстати, ресурсы на карте отмечены. Если посмотреть. Вот. Призраки, ау. Я здесь. Пчелка. Пчелка нам нужна. Вот он, призрак. Самый неподходящий момент. Готов. Пчелку заврыли, но вроде ничего интересного нам не дала. Ни хрена себе дамаг. Дичайший просто. Ну давай. Ой-ой-ой. Бежим. Я вижу только один способ нам здесь не сдохнуть, это сбежать. Бафаемся. Это что-то как-то тяжко. Не буду я с ними связываться, пожалуй, давайте добудем этот кобальт и свалим отсюда. Сферу я рушить уже сейчас не буду. Как-нибудь в другой раз. Разрушим. Так. И там вот внизу красное. Красное это скорее всего снова. Снова этот орехалк. Вот эта тварь мне скорее всего не даст его собрать. Спокойно. Бомбы есть у нас? Ни хрена. Бомб у нас нету. Ну что ж, тогда возвращаемся. Я сейчас еще посмотрю, что это за орехалк такой. Стоит ли его вообще добывать? И заодно посмотрим, что за персонаж к нам пришел интересный. Уже пора расширять наш замок, строить еще комнаты. Я думаю, что буду расширяться вниз. Так, ну и где? Вот она, фантазия Party Girl. Где она живет? Я ее не вижу. Видимо, она в старом доме, через которую я фармил данж. Давайте поселим ее здесь. У нас, кстати, есть еще две комнаты, я совсем забыл. И смотрим крафт. Смотрим крафт. Так, а что у нас, собственно говоря? Стрелы здесь, это понятно. Кстати, из бура ничего не крафтится. Странно. Вот, скипетр это я уже видел. О! Светящиеся боты. Я так понимаю, что они быстрее, чем обычные спектральные ботинки. И, в общем-то, нужно нифига. Нужны просто спектральные, вернее, ботинки Гермеса.
чтобы скрафтить спектральный, а потом уже с помощью вот этих вот простых предметов, вот эти вот ботиночки. Даже хардмод не нужен, насколько я понимаю. Ладно. Орехалк нужно, наверное, накрафтить. Слитков. Так, это что такое? Кирпичи. Ха. Блок жвачки. Я даже не знаю. Сначала, пожалуй, я накрафтю слитков из него. Кобальт, естественно. Весь на слитке. И этот самый орехалк. Так. Наковальня. Подозреваю, что это аналог мифрила. И мы можем еще скрафтить блок жвачки. Видимо, это строительные блоки. Давайте посмотрим, что мы можем из них накрафтить. Да, это строительные блоки. Не знаю, зачем он мне нужен. Маска орехалковая. Шлем. Так, давайте посудим по броне. 13 дефенса против нашего 9. Вот, однако, это значит аналог мифрила все-таки, скорее всего. И бур орехалковый. Вообще, конечно, нужна, наверное, наковальня. Или нет, все-таки бур. Пожалуй, накрафтим. А, да, бур, скорее всего, крафтится на наковальне. Такой же вот. Придется крафтить эту наковальню. А на бур нам уже не хватит, скорее всего. Да, набор не хватает. 39, 47. Нет, конечно же, нет. Пила. Это топор. 70%. Это 150. Нет. Бензопила, это нам не нужна. Броня, в общем-то, тоже не нужна. Меч, конечно, нужен. Так, кстати, что-то я затупил, у нас же есть еще слитки. Где они у меня? Вот они. Так. 30 слитков. Из этих 30 слитков я могу скрафтить все то же самое. Но я, пожалуй, скрафчу меч только лишь потому, что он нам... Хотя не написано, что это материал. Давайте скрафтим. Может быть, он нам все-таки будет нужен. Из чего же крафтится сейчас? Как он? Вылетел из головы. Короче, меч. Вот из кобальтового, мифрилового и адамантинового. Эскалибур. Во. Из чего же крафтится эскалибур? Давайте спросим у гида, что он думает по этому поводу. Да, странно, поменяли, значит, какой-то крафт. Надо будет посмотреть вики. Но это я уже затягиваю серию. На сегодня, пожалуй, это все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.